настоящее время 300 метров до земли. Проебали сегодня все. Вот все. Машина подъехала? Подъехала машина? Да, это та, которая уже сорвется. Меня за ней вытащат там носилки. Не мы подъедут сюда. Хорошо. Бориса, 739. Да тут... Аэропорт, я пока не держу. Так, здесь голова? Да, вот тут голова. Я держу голова. Так, стоп, так, ребят, держите. Борщик опускаем. Держу. Не допустить. Опустите борщик. Еще одну. Еще? На что, вот это? Да. Так. Стоп, я с этой стороны. Там ноги ребенка поломаны. Ребенка. Так. Там кто-то еще подхватил с той стороны. Тело и ноги. Сюда, раз. Опа. Отошли. Ставьте на пол. Сюда неси. Все нормально. Все, котеночек, все. Да. Едем. Да. Мы сейчас передаем. Thank you.
Монтаж. Да. Здравствуй. Наташ, подыхивай, что? Не, рядышком. Рядышком, пластик. Так, куда ж подыхать? Еще сами. Да, еще вот здесь. А, там где-то все. Сюда. Давай, это что ты без тети? Помощник начальника отряда по медицинскому обеспечению специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, майор внутренней службы Стебли Виктория Юрьевна. Сегодня была осуществлена медицинская санитарная эвакуация двух пострадавших. Это тяжело раненые дети возрастом 2 и 3 года. С помощью модуля медицинского вертолетного и специального борта вертолета Ми-8 их доставили в аэропорт города Симферополь. В последующем переданы были бригадам скорой медицинской помощи, и они будут доставлены в детскую республиканскую больницу Титова.